Здравствуйте, мои прекрасные зрители. Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, мы с вами на рынке. Могу сказать, что на рынке я одеваюсь. У меня много одежды с рынка. Наверное, было бы более корректно сказать, что на рынке я одеваюсь в том числе. Открыла для себя этот удивительный мир недорогой одежды. Более того, именно благодаря рынку полюбила марки масс-маркет, в которые раньше не очень любила заглядывать. Например, Zara за 2 евро. Мне полюбилось очень сильно, теперь в Zara я одеваюсь в том числе. Раньше Zara мне казалась для масс-маркета, для того качества, которое предлагает, все-таки дороговатой, потому что в среднем цена за одну вещь около 40 евро. На рынке же ты можешь купить ту же самую вещь от 2 евро до 10 евро, в зависимости от того, как быстро вещи выброшены на рынок, их именно выбрасывают на рынок, как, например, эти прекрасные свадебные платья. Они только-только появились, они абсолютно белые, чистые. На самом деле можно купить себе и свадебное платье, стоит это 10 евро сейчас, через неделю это будет стоить гораздо меньше, потому что вещи полежат, товар, что называется, будет залежало, его многие потрогают, и это отразится на белизне, допустим, платьев. Эти платья можно было бы купить для тех, кто шьет, получить прекрасную юбку, прекрасный топ, либо для тех, кто умеет окрашивать вещи, например, если это платье превратить не в белое, а в голубое, в розовое, возможно, сделать даже окраску деграде, и это можно сделать при помощи красителей, которые в супермаркете продаются, то действительно получишь очень красивый вариант за 10 евро действительно вечернего наряда. Это платье мне очень само по себе понравилось. Вообще, я люблю линейки в масс-маркете, именно посвященные Bride, то есть посвященные коллекции свадьба и все, что с этим связано. Это очень часто и красивые платья, в том числе для приглашенных, для гостей. But I'm afraid if I couldn't wash this. Сегодня девушка, иностранка, скорее всего, туристка, которая знает о том, как здорово шопится на итальянских рынках, нашла вот такое красивое платье. Оно было слегка испачкано, и, скорее всего, это были пятна от дождя. И, на самом деле, это самая распространенная история, когда вещи повреждаются, они попадают просто-напросто под дождь. Я нашла большое количество платьев, которые прекрасно бы смотрелись, допустим, летом в качестве платья в белевом стиле. Вот, например, это белое платье на рынке, вы понимаете, очень сложно заснять. Оно прекрасно сделано, тонкие бретельки на подкладке. Оно летом смотрелось бы просто чудесно. На самом деле, оно бы не смотрелось как свадебное платье, оно бы смотрелось просто как летний сарафан. Следующая моя находка. На этом развале я бываю очень часто. Очень часто его показывают. Этот развал есть в Падуе на Прато де ла Валле. Рынок проходит в субботу в течение целого дня. Есть этот развал также в Монтселичи в понедельник и также в Абана Терме в среду. И могу сказать, здесь очень часто продаются остатки сладки, но чаще всего вы здесь встретите так называемые кампионарио, это образцы, которые потом выбрасываются в том числе в продажу вот на таких рынках. Есть специальные люди, которые скупают эти образцы и потом перепродают, либо продают по очень низким ценам. Посмотрите, я нашла здесь знакомую многим по витринам Лида де Езела марку Беатрич, это местный бренд, который, кстати, не разрешил мне снимать внутри, но видите, их товар теперь на рынке продается, мы на рынке его обозреваем.
Италии. И нашла вот такую красивую блузу, она стоила больше 100 евро, сейчас продается за 45 евро, это 100% хлопок, при этом хлопок очень качественный, не знаю, возможно, не удастся мне передать через видеокамеру, потому что хлопок хлопку рознь, каждую вещь, безусловно, желательно трогать, и это, безусловно, стрит-стайлерский вариант для лета. Я, кто любит шорты, потому что я передвигаюсь на велосипеде, буду выглядеть очень красиво, по-стрит-стайлерски в подобной блузе. Очень красивая блуза, цена не маленькая, 60 евро, и, скорее всего, это шелковая органза. К сожалению, этикеток на часто вещах, которые являются компионарию, нет состава, потому что этот состав описывается в каталоге, и, соответственно, нет нужды пришивать этикетку. И этикеток часто вообще не бывает не только о составе, но и о бренде на подобных вещах. Но могу сказать, что подобная вещь тоже абсолютно стрит-стайлерская. Вы, возможно, знаете, что я люблю очень такие полупрозрачные вещи в виде тренчей, юбок, когда очень красиво смотрится длина. На самом деле здесь сегодня было огромное количество прекрасных вещей в прекрасном состоянии. Как вы видите, цены чуть повыше, но и вещи развешаны, их очень аккуратно хранят. Именно этот лоток я люблю, потому что здесь, если ты покупаешь вещь, то ты можешь быть уверен, что она не испачкана, на ней нет зацепок. Посмотрите, какие красивые на самом деле варианты, и все это за цену, которая очень часто составляет минус 70% от исходной цены, которая часто, кстати, на образцах и сохраняется. В этом сезоне очень популярны тюлевые юбки, в этом сезоне очень популярны перья, все это есть, в том числе и на рынке. Вот действительно, на рынке, кто не стесняется ходить, кто не стесняется быть увиденным на рынке, можно очень хорошо одеться. Большой выбор брюк сегодня, всего за 20 евро можно выбрать любые брюки, и итальянские, зауженные к низу со стрелкой, вот такие брюки с принтом, они очень популярны, сочетаются хорошо. На самом деле прекрасный лоток, и по всей видимости я тоже здесь попала на так называемый завоз. На рынке тоже бывают завозы, и, наверное, через неделю, если я сюда вернусь, я уже не увижу большей части того, что вам показываю. Мне, например, очень понравились платья. Раньше такие днем с огнем не сыщешь, это короткие платья. Посмотрите, всего 30 евро, очень красиво и качественно сделано, простой фасон, как любят носить итальянки, очень красивая спина и современный рукав. Рукав на резинке, либо рукав вот так со сборенной, как будто бы на резинке, это, наверное, самый популярный вид рукава на данный момент. Он часто встречается как на блузах, и чаще всего на блузах встречается также на верхней одежде, ну и вот в данном случае на платье. Это красное платье, безусловно, находка, повторюсь, за такую цену, что может быть прекраснее. Вообще здесь было сегодня очень много красивых вещей. Это тот вариант, когда мы, не идя в магазин, получаем вещи из магазина, но по стоимости рынка. Любая пара обуви на этом развале стоит всего 5 евро. Здесь вы встретите и масс-маркет, в том числе, например, предыдущая пара обуви Zara и эта пара обуви тоже Zara. Безусловно, не текущий сезон, но поскольку подобная танкетка популярна и пользуется спросом летом, почему бы не купить себе на таком развале прекрасную пару обуви. Посмотрите, все в идеальном состоянии, чистое. По всей видимости, я попала вот прям-таки именно в эту субботу на завоз. Повторюсь, я снимаю субботу на Prato della Valle, рынок с 8:30 и до позднего вечера. Кстати, эта модель, это полная копия модели Stuart Weitzman.
один из самых дорогих, как мы любим говорить в нашей семье, расходных материалов на лето, если говорить об одежде, это вот такие купальные шорты. Они очень быстро выгорают, они очень быстро теряют внешний вид и цвет от присутствия в хлорированной воде бассейна. И подобные купальные шорты даже в масс-маркете стоят достаточно дорого, 10-14 евро, и крайне редко идут на скидки. На рынке подобные вещи вы сможете купить за 3 евро. Лоток, на котором я показывала вам белую блузу, это тот же самый, но в Монселичи и на месяц раньше. Я просто не успеваю монтировать часто все, что я снимаю. И здесь я нашла прекрасный плащ. Я рассказывала о том, что верхняя одежда с присутствием кулисок, она очень популярна в этом сезоне. Носим мы, как правило, эту одежду поверх нарядного, красивого, очень часто почти вечернего платья. Прекрасно сделан этот дождевик, тренч, не знаю, как назвать его, плащ. Посмотрите, какие детали. Сразу видно, что это магазинная вещь. И действительно, как я вам и рассказывала, часто на рынок попадают вещи непосредственно из магазина, либо предназначенные для магазина, как в данном случае вариант. Цену засвечивает, но на моей памяти осталось 65 евро. И даже если бы стоил на 10 евро дороже этот плащ, либо вот такой синий вариант, это все равно очень хорошая цена для подобной вещи. Прекрасно сделана, безусловно, вещь не для рынка, вещь уровня магазина. Вообще на рынках можно встретить действительно очень хорошие варианты именно верхней одежды. А верхняя одежда хорошая, качественная, за приемлемую цену встречается несколько реже, чем все остальное. Мы видели большое количество трикотажа из 100% шерсти, 100% кашемира без труда можно встретить на рынке. Сейчас мы увидим большое количество блуз хлопковых и также хлопковых платьев. И эти платья будут очень красивыми, с необычным кроем, необычными деталями. Все это встречается на рынке часто. С верхней одеждой несколько сложнее, но даже ее при умении видеть, выбирать можно найти очень и очень достойного уровня, в том числе и на рынке. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я желаю всем хорошего настроения, прекрасного дня. Помните, что если вы отправляетесь на рынок, все, что вам нравится, берите сразу, держите, примеряйте тут же, потому что чуть-чуть замешкаетесь, и эту вещь у вас уведут, что называется, из-под носа. На этом с вами прощаюсь, это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. И, кстати, да, сегодня я тоже с рынка ушла с покупками. В ближайшее время в прямом эфире я покажу, что же я приобрела для себя и для членов своей семьи на рынке сегодня. Всем пока-пока.